Нет, дед рассказывал. Это попугание ебаное. И он, а ему тогда был... Вот, работничек. Он рассказывал, как он спирт свою долю делил на собаку. Я сейчас буду просить, либо строгий нахуй, либо, блядь, дайте на воле остаться, блядь. Какой там домой? Я тебе говорю, да, это все дом. Первый день, это вообще... Работничек, когда на работу поедешь? Он уже на работе, наверное. Нет. Я... Сейчас на отдыхе. Сереге, скажи что-нибудь. Я ему очень благодарен. Ну, я знаю, Ленка меня побьет. Его жена. Правильно. Меня побьет. Это однозначно. Титька тараканья. Я не знаю, какая она в этом отношении, а то, что меня побьет, это стопудово. Ты сейчас наговоришь, тебя там еще и бьют, блядь. Еще дочка рядом живет там. Маэстро в рабство продал, еще и бьют там его. Вот это шок. Вот поэтому я хочу стрелять. Вот здесь надо нарисовать ТВ Маэстро. Да. Рекламу. Бля, ну пацаны, базу мою не превращайте в вашу. А драндулет, драндулет продали, нет? Нет, это город такой. Не ее. Мотоцикл вас тут забрали, нет? Вон там это мотоцикл. Там. А, в другом городе? Забрали, конечно. Не забрали, он там. Забрали. Любанька побежал. Короче, когда, знаешь, как все живы и здоровы. Еще по малолетке. Еще, ну, начало 90-х. Крышу поднял, короче. А, мой магазин. Ну, через крышу. Юпитер, Юпитер вытащил. Мы вдруг через крышу как выставляли. Пацан охуел. Это уже натворили через время. А не нужно быть малолетком для этого. Елки-палки. Надо будет выставим. И же надо будет. О, девочка подтвердила. Сразу. Ты играть не умеешь. Ты я хуй отдам ее за ты. И мне научить. Это Ленка мне подарил. Ничего, я за нее сам. Ленка. Давай, еще нижнюю струну порви, блядь, как обычно ты умеешь. Я? Да. Он? Ты прими, только две струны порвал. Он умеет? Да. Вы так быстро? Никто не умеет, кроме него, блядь. По три. Народу-то нету никого. По три струны. Кого блядь нету? Народу в Бресторе нету. Ты же маленькая, блядь, как ты так быстро ходил? Ногами. У меня вертолет там спрятан. Ты забыл? У меня же постоянно там вертолет прячется. Я бусю, Сань, я сюда уеду. Полевая. Теперь я почта морская, а не полевая. Я переехал с почты. Да. Здравствуйте. Любовь, как тебя? С чем тебя там? Михайловна. Михайловна. Любовь Михайловна. А это эти. А это эти. Браслеты. Браслеты. Мишкина дочка. Михаил Петрович. Мультфильм смотрели? Какой? Миша и Медведь. А, Маша. Или Маша. А, Маша. Миша. Миша и Медведь. Таких мультфильмов мы не смотрим. О, кстати, новое сочинение. Голубой. Миша и Медведь. О, кстати, вот действительно. Вот вырвалось. А вот сейчас запомните. Вот кто-нибудь это все-таки это увидит. Вы представляете, какой будет порог. Маша будет сражаться с Мишей. За я куплю буханку хлеба и сырок. Вот это будет прикол. Миша с Машей за медведя. Вот это будет боевик. Реально. Маша сама выедет, кого хочет. Ой, она мозг выносит медведя. Ну, там Миша будет, я думаю, корректный. Как она волков, блин, давай вообще лечиться. Да. Вот. Давай лечиться, вас. Давай лечиться. А смотрел. Зайца заебывает, как она, блядь, сильно. Зайцы вообще там у нее. Да, 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 да. И волки тоже. Ты не вышел или не хочешь? Будешь, я такая скорая. Кашки. Любка на разливе сегодня банкует. Это хотели сорвать-то. Я бармен. Вижу такой, нихуя. Не трогай Эйнштейна. Мёда, бочку. Да, бля, ты как... И её обратно. Такая едет. На бочке мёда, бля. Ну чё, Костя?
как жить дальше будет? Я как жить буду? Да. Как сейчас суд постановил? Да, оп. Как суд постановил? У него только губа пол-литра впитывает. Хуль ты ему там налила? У него рассасывается только по телу, бля. Пока там дойдет до конца. Характеристика напишет. Да не, если честно. Если честно. Напечатаю. Я вот сижу специально. Золотой парень. Нет. Чего ты сидишь специально? Ну, потому что ростом не вышел. И люди чугаться начинают. Поэтому приходится... Я не маэстро. Блядь, я вам маэстро, да, вон. Ямку выкопай по пояс. Спасибо. Ну, это... Я... Для стрельбы слушать не стоит, да? Я с тобой все подписывались. И разные сюжеты. Вот ямку по пояс я запомнил. Что за день визитов сегодня? Я не пойму. Пьем мы, а закусываешь ты. Так и надо. День 136. Прошел впустую. Это я тебе никогда не прошло. Это не тот срок, какой раньше был. Да, это. А это как резина. Кость, ну расскажи, куда ты 150 метров кабеля продал. Блядь, ты не поверишь. Я еще 3 километра, оказывается, пронес. Даже больше. Ну, в районе 3 километров. Там по горам. Вот если мы пойдем сходим, да, туда, на ту металлобазу. А как ты, блядь, снимал-то вообще... с толку, блядь? Со столба, как я снял, вот это я вообще чудо, блядь, какое. Новый человек-паук. Прикинь, на столб залезть в похмелье. 150 метров. 150 метров медного кабеля, блядь, отстегнуть. Я видел, как его 2 человека несли. Я как раз в ментовке шел. Иду с мутовки, они несут этот кабель. Я говорю, это вот этот, который спиздили? Они говорят, да. Они его вдвоем еле тащат. Я говорю, вы мне скажите, как я его один утащил с похмелья? У меня вот так вот всего колдоебит. Как я это сделал? Как зомби. Ну, так я туда и ходил, как зомби. Загорелись. Глаза загорелись. Какие глаза? А вообще... Жаба, видать, задавила, похоже, 150 метров. Понятное дело, да не про баба штука. Ну я, черт дерьмо. У нас был такой, знаешь, такой. Председатель профсоюза. Такой. Ну о чем Санок напрягает? Он сам такой же, как мы. Вот такой же, как мы. И начал прям напрягать пацана. Я бригадир. Ты покажи, что ты умеешь. Раз ты бригадир. Как копать, как носить. Как не копать? Кого закапывать? Могу копать, могу не копать. Нет, на самом деле... Кого закопать? На самом деле, отвечаю, я не знал, как он работает. Как он работает, я не знал. А бомжика не видели сегодня утром? Не, не было. Я слышал его ночью. Так его слышно всегда. Вчера он вообще кривой был. Ну как? Когда он не кривой? Ванный ты, Алексей Михайлович, сука, вот скидывай, нет, тупой. Шеф звонил. Да сейчас мы приедем. Сейчас приедем. Ты вот и слышу. Спасибо, ты адекватный. Да, адекватный. Я имел неосторожность. Недавно привел один. Мне дали трешки. Хотя мне со старта должны были 7. Ну, судья добрая была. Не знаю, с пожалею. 32. Дали 3. Бандитизм. Всего 3. Начал, короче, разбой. Ну, разбой. Бандитизм. Разбой это 61. Дай руку. Короче, вот дали. Бандит уже идет. Дали мне, блядь, 3. Открой. Меньше. Я баран. А там же Советчиков, ебать, еще юристы не будут ебаться. Ты баран написал косуху, да? А мне и тут дедушка старенький подходит и говорит, тебе, сынок, бухгалтером надо. Не пиши отмену приговора. Он уже бухгалтер. Напиши хотя бы для послабления режима. Я дебил написал. И что, мне так треху и оставили? Общий режим дали. Написали общий. Да урод ебан. Туре попугай. В этом году, короче, мы их назвали попугаями. Или нет?
Это беда, блядь. Ты что, это беда? Нет, не умеет. Да я знаю. Да ладно, умеешь. Как вы научили, как с ними, как с ними разговаривать, вообще не возможно. Давай. Ночью я родился под забором. А вот как звучит песня. А как это играть-то? Вот да, с Ильяна начинает. Как с ними вообще разговаривать? Средняя. Я захожу. Я захожу, а в параллельном классе пацан учился. Вот так? Да. В параллельном классе пацан учился. Я в отряд захожу. А это Ми. А он так. Только выше. Вот такое утро у нас сегодня. Андрюха, я говорю.